Всем привет! Всем привет! Наше видео начинается снова в машине, а это значит, что мы куда-то едем. Но куда мы едем в этот раз? Вы узнаете дальше по видео. Мы едем осуществлять свою мечту, как и говорит название этого видео. Для этого нам надо поехать в город Ахен. Остановились на парковке, пока Женя вышел, я решила посидеть за рулем. Солнце. Falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. I just wanna be the one you need. And no one is you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. I can't get. Ну что? Мы забрали нашу новую машину, наконец-то дома. Мы уже пригнали ее домой. Мы ехали где-то час с чем-то с Ахена. Конечно, назад мы доехали вот прям... Я ехала на нашей первой машине, Женя ехал на новой.
Но туда дорога, она просто нас сегодня... У нас так были потрепаны наши нервы. Нам позвонили, в общем, сказали, надо забрать машину до 4, потому что скоро длинные выходные, и сотрудники чуть раньше уходят домой. Вот, и потому что... И потом мы ехали на нервах, потому что были постоянные пробки. Как назло, да. Как назло. Пробка за пробкой, пробка за пробкой, потом авария. И время было, наверное, где-то без 10:04. Без 10, я даже без 5, наверное. Нет, без 5 мы ровно туда приехали. Да. Без 5. Да. Время было где-то без 10, без 15:04. Я звоню нашему... продавцу. Ну да, который помогал нам в оформлении, рассказывал про машину. И говорю ему, что мы сегодня хотим забрать уже машину. Вы сказали, что это нужно сделать, если сегодня, то до 4. Я говорю, мы в пути, просто пробки, аварии. Я говорю, но мы в пути, мы ее сегодня обязательно заберем. На что он сказал, что да-да-да, хорошо, тогда мы вас будем ждать. Ну, в общем, для нас сделали небольшое исключение. По идее, они уже после 4 не выдавали машины. Я не знаю, всегда у них так или только сегодня. Наверное, только сегодня, потому что... Наверное, из-за длинных выходных, да, скорее всего. Ну, в общем, мы ее забрали. Позже смотрите на нее обзор, мы обязательно снимем. Есть что рассказать. Да, есть что рассказать. Очень много фишек, так что... Не только про машину, наверное, расскажем про то, почему именно она, как долго мы ее ждали, выбирали. Это тоже, мне кажется, будет интересно. Да. Потому что случилось все это не сегодня, на завтра, как говорится. В общем, в отдельном видео все расскажем. Ну, как твои первые эмоции? Первые эмоции, я не знаю даже, что сказать. Потому что это не описать, это нас самим... Мы забыли сказать один момент, что эта машина новая. То есть вот он первый ее хозяин. Она совсем недавно еще была на сборке. Она новая. Она пахнет новьем. Да. Наша первая машина остается у нас. На ней буду ездить я. Она мне еще нужна. У Евгения теперь свои колеса. Мечты сбываются. О, да. Но, чтобы они сбывались, на них надо работать. Не работать, а пахать. Причем усердно. Ну, молодцы. Сейчас немного у нас подутихнут эмоции. Мы, конечно, еще все на эмоциях. Во-первых, нам потрепали нервы в дороге, когда мы ехали забирать машину. В автосалоне проблем, в принципе, не было. Мы там быстро уже... Быстро, да, все? Да, хорошо. У нас же документы уже все было оформлено, там, в принципе, быстро все было. А назад доехали мы тоже очень хорошо. Ну, в общем, вот так. Мы едем парковать машинку в гараж. У нас наши обе машины будут находиться в одном гараже. Что нас очень радует. Что нас очень радует. То есть ни одна, ни вторая не будет стоять на улице. Это очень хорошо. Ну, про гараж мы потом еще отдельно расскажем. Ну, она, конечно, мощь. Она офигенная. Ну, в общем, Женя снимет отдельное видео. Есть много чего рассказать. Но первые впечатления, конечно, огонь. Еще тут пахнет новым. Непередаваемым. Да. Я, если честно, даже никакую пахучку пока не хочу ставить сюда. Ну да, она так кожей классно пахнет. Кайф. Хм.